Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о восполнении кальция в нашем организме. Сегодня вот мне позвонил коллега, у него проблема у пациентки, перелом лобной кости, он говорит, что делать. И вот мы как раз говорили о кальции, который должен у нас усваиваться. Для тех, я говорила, кто принимает Виватон, процедуру с Виватоном, мы рекомендуем пользоваться вот таким вот. У них есть карбонат кальция, который нужно обязательно загасить соком лимона. То есть что для этого надо? Сок одного лимона. Сок, конечно, лимон, конечно, надо помыть, разрезать. Вот здесь вот мы его подавили. Добавляем сюда у нас 1/2 столовой ложки карбоната кальция. Вот такой вот порошочек. Вот так, да? И сюда же добавляем сок. Теперь надо нам его размешать. Вот у нас получается вот такая вот жидкость, очень красивая, такой как гоголь-моголь. И такой гоголь-моголь пациент должен выпивать один раз в день. То есть это получается, как правильно говорят, биогенный кальций. Вы его можете есть ложечкой. Очень вкусно. Можете выпить. Это у нас кальций. И еще есть у нас много разных кальциев, которые усваиваются. Но вы должны понять, что в кальции самое главное не только кальций один, а там должен быть витамин С и витамин К. С витамином D вместе. Лучше всего в этом плане это Vision, у них есть кальций. Потом есть биокальций. У Тяньши есть биокальций, очень хороший, но он дорогой. И вот наш такой вот препарат российский, ортопребио. Просто сейчас его очень трудно достать. Я как-то хотела его купить и не смогла. Он вот такой порошочек. Его нужно пить 1 чайную ложечку с водичкой. Вот такой вот напиток. Для чего мы принимаем кальций? То есть мы восполняем дефицит кальция, потому что сейчас, если посмотреть внимательно, то у молодежи практически у всех проблемы с зубами. То есть кариес. Потом вот я посмотрела, мои ровесники практически у всех уже давно вставные зубы, чуть ли не челюсти. Очень много сейчас делают у нас имплантов. А проблема в том, что вовремя не восполняли свой кальций. И отсюда идет именно проблема с зубами. То есть, если вам не поставили официальный диагноз остеопороз, то остеопения у вас уже давно есть, даже у детей. И чтобы это как-то предотвратить остеопороз, помочь своему организму, вы должны принимать кальций. Кальций, который должен усваиваться. В нашем случае это кальций фирмы Виватон. Он продается у них на сайте, покупайте. Кальций ортопребио, или найдите вот в Вижене хороший кальций и в других компаниях, где обязательно должен быть добавлен витамин К. Только тогда организм усваивается. Еще очень хорошо, если вы принимаете препараты кальция и у вас есть возможность ставить пиявки, то тогда ставьте пиявки. Хотя бы 1-2 раза в неделю центральной постановки, это на пупок и на промежность. И тогда у вас кальций будет усваиваться в разы лучше. Будьте здоровы. До свидания.